Вот. Уже. Уи! Сейчас ты сдох. Силач сокрушит тебя за это. Вот, теперь я... Уи! Ярость, ярость! Убить, убить все. Так-то лучше. Так-то. Мы не победим. Аре. Аре. Человек хорошо дерется. Силач поражен. Уф. Это место путает силача. Слишком много машин. Я твои кишки на шею повешу. Что, уже страшно? Ха-ха. Силач находить, силач бить.
Кровь, кровь и смерть. А. Уй. Энна. Ай. Энна. Ая. Я супермутант. Меня не остановить. Бежать без толку. От силача не уйти. Бросать план человека. Он бесполезен. Эй, ты прячешься, нечестно. Все зря. Говорит Фарис. Паладин ушел. 2 часа назад. Моя нога. Я не могу остановить кровотечение. Наверное, пуля задела артерию. Брэндис, если ты это услышишь, надеюсь, ты успел вернуться к Эстлин. Мне бы ты ничем не помог. Иди на север, в бункеру. Ты выживешь. А это главное. Паладин Брэндис. Стоять. Еще шаг и я башку тебе нахрен снесу. Кто ты? Кто тебя послал? Как тебе удалось сюда проникнуть? Спокойно, Паладин. Я из братства. Из братства? Нет. Не может быть. Их здесь нет. Они слишком далеко. Они меня бросили. Совсем. Совсем одного. Что тебе нужно? Как тебе удалось меня найти? Мне удалось найти аварийные маячки твоего отряда. Их голографические записи привели меня сюда. Отряд? Что? Что с ними случилось?
Они погибли, паладин. Вот их жетоны. Спасибо, это очень много для меня значит. Я пытался за ними вернуться, но я ничего не мог сделать. Я был один, но я надеялся. Тебе пришлось через многое пройти, чтобы отыскать меня. Надо тебе что-нибудь дать. За эти годы я много чего собрал. Технологии. Всякая всячина. Если что-то понравится, бери, просто забирай. Чем ты занимался все это время? Я пытался заниматься разведкой, исследованиями, но я совсем один. Это для меня слишком, слишком большой риск. Так что я прятался. Так долго. 3 года. Да, где-то так. Слишком долго. Братство нуждается в тебе, паладин. Тебе пора явиться на базу. Я не могу. Слишком много времени прошло. От меня не будет толку. Ты знаешь Содружество как никто другой. Нам нужна твоя помощь. Нет, пути назад нет. Для меня уже точно нет. Может, передумаешь? Ты нам нужен, паладин. Нет, пути назад нет. Для меня уже точно нет. Ты тут справишься? Да, я привык прятаться и драться со всеми созданиями. На этом все. Я живу один, избегаю других людей, всех созданий. Что тебе нужно? Могу пустить тебя переночевать, если хочешь. Оставайся. Или попробуй еду. У меня скудные припасы, но если очень хочешь есть. У меня ничего нет, кроме оружия и... Нет, оно мне нужно. Я не могу тебе его отдать. До новых встреч. Прощай. Спасибо. Зачем набирать человеческий хлам? Он ненужный. Послушай, просто бери, что хочешь, и уходи. Билли Уорд и группа Дама.
ты уже здесь. Есть новости об отряде. Мне удалось найти их останки. Семеро погибли, выжил только паладин Брэндис. Он умеет выживать, всегда умел. Ты меня Он жив и здоров, но хочет, чтобы его оставили в покое. Возможно, это к лучшему. Многое изменилось. Столько времени прошло, что сложно сказать, смог бы он найти свое место в братстве. Хочешь еще что-то обсудить? Вам нужны их голографические записи? Да, я их заберу. Если вернемся, прослежу, чтобы записи передали их родным. Как братство их почтит. Они отважно отправились на задание. Они с честью сражались, несмотря на превосходство противника. Они жили и погибли вместе, как братья. Вот что значит быть членом братства стали. На этом все. Хорошо, я подготовлю полный отчет по твоему расследованию. Если удастся вернуться, я прослежу, чтобы братство почтило их память. Учитывая обстоятельства, мне нечего предложить тебе за твою службу. Надеюсь, этих крышек хватит. Это было непростое задание. Тебе удалось заслужить мое уважение, послушник. Молодец. Как будто гнездо чудищ, полно вещей. Круто.
Тупые компьютеры. Бейте их. Кто из них убегает от кусы? Боятся силача. Эна! В следующий раз дерись лучше. Я тебя силач находить. Силач бить. Ложись. Ты найдешь то, что ищешь, я это знаю. Матушка Мёрфи, удалось достать ментаты. Посмотрим, что Дар раскроет нам на этот раз. Держи. Так, я чувствую, как Дар пробуждается. Ты входишь в море, но не в воде боишься утонуть. Что-то невидимое, но сияющее,
В нем сгорает все, но, нет, я их чувствую. Там люди. Взывают к чему-то, поют. Они могут указать тебе путь. Но. Их намерение не разглядеть. Будь с ними осторожнее. Не обращай внимания, малыш. Это все, ерунда от химикатов. Со мной будет полный порядок, рано или поздно. Давай обменяемся снаряжением. Просто найди свободный участок земли и посади, что сможешь. Мы давно не ели свежих овощей.
Иногда приходится тяжко, иногда чуть легче, но раньше все было гораздо хуже. Человек все ковыряться, силачу скучно.
Прошу прощения. Нам правда не помешала бы помощь. Что нужно сделать? Неподалеку от нас поселились какие-то твари. Я боюсь, скоро они наведаются к нам. Что самое обидное, это место идеально подходит для строительства поселения. Я знаю людей, которые согласились бы там жить, если бы там было безопасно. Нужно проверить, в каком состоянии старая мастерская. Если она уцелела, то будущие поселенцы смогут ее восстановить. Где это место? Мы знаем, где они. Надеюсь, ты найдешь и перебьешь их всех до одного. Ого, кайфово. Улет. Ого, кайфово. Без шума. Человек, идти тихо, или враги нас услышать. Улет. Эй. Силач, слушать. Силач, подожди. Силач, выучить новое слово. Силач, кайфово. Выучить уважать. Уважать – хорошее слово. Силач – уважать человека. Человек – хорошо драться, человек – помогать силачу. Супермутанты, братья, братья – делить все, не забирать себе, как человеке. Человеку надо делиться, как брату. Супермутанты – драться, убивать, а не болтать. Человек – убивать, а не болтать. Человек был бы хорошим супермутантом. Спасибо, силач. Я тебя тоже уважаю. Конечно, силач сильный. Улет. Тут кто-то есть. А. Следующий.
Да. А. Убегать, как тут. Бояться силача. Эрера. Я твои кишки на шею порежу. Здесь враг нас сразу замечает. Ого, кайфово. Больше никаких жуков. Всех давить. Ай. Улет. Ого, кайфово. Вот, уже обещал. Слишком весело. Большое спасибо. Сила чуть не подушит, слишком тихо. Ого, кайфово. Мир. Кайфово. Улет. 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 Мир. Ого. Мир. Мир. Кайфово. Ого. Кайфово.
Ого, кайфово. Сейчас ты сдохнешь. Прекрати мучить силач. Добыча победителя. Силач хочет слышать, как ты сдохнешь. Силач, рука сломана. Силач победить.
никто не победит. Так, кто следующий? Продолжать объект. Человек, давай поиграем. Так много человеков, так мало супермутантов.
Нет. На. Ого, кайфово. На. Улет. Сдавайся, робот. Я сорвать тебя на мелкие части. Живые брать то, что у мертвых оставаться. Ая. На. Yeah.
Там теперь безопасно. Твои друзья могут смело туда заселяться. Приятно это слышать. Хорошая новость сейчас есть. Кстати говоря, мы приняли решение присоединиться к этому. Надо помогать друг другу. Только так мы сможем... Кажется, прижились. Просто найди свободный участок земли и посади, что сможешь. Мы давно Минитмены популярны как никогда. Мне удалось помочь тем жителям и попутно расчистить место для нового поселения. Фантастика. Такими темпами мы скоро очистим все содружества от плохих парней. Наша организация настолько разрослась, что стало трудно поддерживать связь со всеми поселениями. Такую задачу решать приятно. И я знаю как. Думаю, пришло время занять замок. Раньше, задолго до меня, там располагался штаб Минитменов. Замок хорошо укреплен, он располагается в стратегически важном месте, а главное, там есть мощный радиопередатчик, который может покрыть всю территорию Содружества. Что же случилось с этим замком, если он был так хорошо укреплен? Это произошло задолго до того, как я вступил в Минитмены. Как мне рассказывали, какое-то чудовище вышло из моря и разрушило форт. В той битве погибло много наших лучших людей, а оставшиеся не хотели рисковать, потому это место и забросили. Я всегда думал, что потеря радиостанции и стала причиной всех наших последующих проблем. Так что, мне собрать штурмовой отряд у замка. Мне надо все взвесить. Тебе виднее. Как надумаешь взяться за это дело, скажи. Людям с фермы Финча нужна помощь. Минитмены должны откликнуться на их зов.